Депутаты Донецкого областного совета требуют от центральной власти прекратить силовые действия и вывести из региона вооруженные формирования. Об этом говорится в обращении, принятом на сессии. Мы выражаем надежду, что если действующая власть заинтересована в сохранении Украины, она обязана перевести противостояние в политическую плоскость. Также мы требуем от власти немедленно отказаться от всяких силовых действий в отношении Донбасса, отвести вооруженные силы Украины в места постоянной дислокации, запретить отправку на территорию Донецкой области любых незаконных вооруженных формирований. Мы за право регионов на самостоятельную гуманитарную политику и за скорейшее принятие закона о местных референдумах, сказано в обращении. И также сегодня президент России Владимир Путин, комментируя проведение антитеррористической операции на востоке Украины, заявил: «Если Киев начал применять армию в Славянске, то это очень серьезные преступления против своего народа». По его словам, действия властей Киева будут иметь для них последствия, в том числе в плане межгоссоотношений России и Украины.